О, нет. У нас нету русского. Ничего, вы... Подожди, я смогу перевести. У меня же переводчик на телефоне есть. Переводчик. Да тихо, подождите. Что-то громко едет. ББ, ББ. Так. А, вот. Ну, метро. Наверное, надо после работы домой. Так. Что у нас тут? Секундочку. С английского на русский. Все. Есть еще время, прежде чем я продолжу. Прежде чем я двину вперед, наверное. Я хочу сделать небольшой перерыв покурить. Что такое throat? Не знаю, что это такое. Чувак, у меня пересохло горло. Я лучше возьму что-нибудь попить, наверное. А еще у меня в это время болел желудок. Я бы не хотел держать его во время поездки. Угу. Надо, короче, попить. У нас есть автомат. О, это реклама пудры. Очень миленько. Гуфи! Так, секундочку, это же мужской туалет. Женский. Довольно-таки чист. Что это? Это туалеты такие? Туалет? Так. Попить. Buy drink, yes. Хорошо. Попили. А! Это донатеры на Кикстартере. Аватарки донатеров. Они же отдают честь донатерам, поддерживающим их проекты. Курилка. Смокинг рум. Смокинг эрия. ОБС использую, Little Juice. Спасибо за донат. Да что такое? ОБС, ОБС. Exit, нет. Да, у них кабинки, тут вентиляция должна быть. Исключительные места для курения. Это правильно. Так. А где наш поезд все-таки? Мы не опоздали? О, еще донатер, поддерживающий на Кикстартере. У нас болит желудок, а таблетку-то мы выпили. What's wrong with that person? Что не так с ней? Она в порядке? Надо теперь на японский перевести. Что там на японском написано, интересно? Господи, японский в самом низу. Японский. Рядом с тобой тоже есть добрые люди. Попробуйте положиться на окружающих вас людей. Вот. А тут что на японском? Так, 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 сейчас подойдем поближе. Что написано? Зарплата Монгори. Оригинальная наклейка. Офисный рабочий. Версия поезда призрака.
секунду. Прокатиться на поезде призраки. Даже горилла. Ограниченное количество. Видимо, ограниченные билеты, чтобы прокатиться на этом поезде. Угу. А тут что? Спасибо, Стимерус. А тут, наверное, не расшифрует. Не говорите просто «милый». Вот что поражает. Что? Брошенных кошек и брошенных собак. Я держу их только потому, что они милые. Вот что поражает. Ох, надо же любить по-настоящему. Привет, пацифист. А тут что написано? Как напиток называется? Гатчман Ви. Вот, Гатчман называет. А тут что с кроликами? Мы поддержим вашу драгоценную семью, проводя тщательное обследование, которое отвечает вашему желанию защитить своего ребенка. Безопасная и надежная больница для животных Мини-Ю. Если вы заметили хоть малейшие изменения в своем питомце, смело приходите к нам! Ясно. Тоже какой-то напиток. Мне нравится этот чай. Чай определенно для японцев. В поисках чайной тщательно отбирается из чайных листьев, чтобы получить вкусный чай. Мы подарим вам минуту счастья. Чай, мне нравится этот чай. Вот это название. Так, тут очень светло, получится перевести. Соль Тан продукция. Новый рядом. Ну, конечно. Нанесите румяна и переродитесь тем человеком, которым хотите быть. Сан Осольтан продукция. Все, когда уже приедет мой поезд? Я уже все прочитала. Перерождайся. Руки помыть. Что-то не хочу сюда в туалет ходить нас. Все, надо ехать. А где мой поезд? Алло! Тут кто-нибудь есть? Я уже попила, почитала, покурила. Что мне еще? Где мой поезд? Поезд-призрак, это значит, что он невидимый, я не могу туда зайти? Так. Может купить чай? Так, последнее действие, что мы делали? Мы попили воду. И вышли. Вот сюда. Ага. Но я не хочу идти в мужской туалет. Мы посмотрели рекламу, покурили, выпили таблетку, видимо, от живота. О! Мы это не переводили. Черт, его не перевести, мы дергаемся. Владелец этого популярного кафе теперь нацелился на отель. Отель под управлением Ринки Такацуки. Отель Такацуки. Хотели бы вы испытать здесь что-то необычное? Мы с нетерпением ждем вашего использования. Наверное, вашего прибытия. Ой, очень большой шрифт. Cat Cafe. Вы недавно играли с котом? Слишком стильное кота-кафе Y32. Макароны от Мицури. От Мицуру. Сейчас в продаже. Ага. Все. Ну, видимо, у нас только один путь. И последний плакат. Да, были макароны. Вы можете встретить свою вторую половинку.
Пако Аюсу. Хотите поговорить онлайн? Я хочу с тобой встретиться. Угу, онлайн-приложение какое-то для знакомств. Ну все, ладно, пойдемте в мужской. Извините, а вы не знаете, когда... Нет, извините, дух мужской, мужского туалета я не хочу использовать. Я же говорила, что, блин, туалеты какие-то демонские. Я мужчина или женщина, кстати? Я же женщина, вроде бы как. Кто я? Ну, выбора у меня нет. Схожу. Хорошо, сидим. Попердим тут. А поезд когда будет? Надо руки помыть. Ну, конечно. Так. Мы насрали в проклятый туалет. А руки помыть? Нет, это раковина для обслуживающего персонала для уборки. Что? Поезд? Ура! Неужели? Руки не помыли, все, мы в аду. Так, куда сядем? Куда сядем? Я люблю самое последнее. Черт, нельзя выбрать. Ой, сколько нам переводить, ребят? Ой, запереводимся с вами. Ладно, не буду мучить. Сейчас. Мне нужно найти свое любимое сиденье. Это второе... Что? Второй вагон? Или второе место? Угол второго тренера. Ага. Угол второго. Наверное, там в углу. Угол второй скамейки. Наверное, второго вагона. Угол второго вагона. Наверное, там. Извините, девушка, не буду вас смущать. Здравствуйте. Это второй вагон. Хотя мы во втором... А вот второй. Секунду. Да, это оно. Не, подождите. Мы же сели не в последний. Второй вагон — это тот. Извините, девушка. Прикольно, что так можно переходить. Интересно, что на этом? Мне важно. Так, беременные, старики, инвалиды, женщины с детьми. Что тут написано? Я вижу твое доброе сердце. Так. Планирование Бирокура. Некоторым людям нужны приоритетные места. Ага, уступать. Спасибо, фильм. Спасибо, фильм. Чашка лапши со вкусом морепродуктов. Наконец-то оно вышло. Все, идем. Все, я не буду каждый переводить. Нет, давайте это переведем, это интересно. Тут ничего интересного. Спасибо за фоллоу. Все, мы садимся. Пойдемте. Нет, мне это тоже интересно. Сейчас, секунду. То, что ты не видишь,
Вы из тех, кто не верит? Лучше тебе поверить, когда дело доходит до призраков и привидений. Отличная реклама. Все, садимся. Ну это, походу, уже призрачный поезд, ребят. Что? Он мне на глазу был? Что? Разве моя остановка не прошла мимо? Апова. Что? Апова. Господи. Апова. 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 Или это только мое воображение? И может мне с кем-нибудь поговорить? Ну типа спросить, пропустили мы остановку или нет, Апова. Девушка, я к вам не подкатываю, я просто хочу спросить. Дедуси, вот что случилось? Вы что-нибудь видели? Что? Но я не могу собраться силами, чтобы что-то с этим сделать. Отлично для тебя. Это моя остановка. А сейчас я возьму такси до дома. Я могу поговорить с кондуктором? Правильно? Мне пойти поговорить с кондуктором? Лицо доброе. Очень милая с ее стороны. Очевидно, что она устала от сверхурочной работы. Я это могу сказать по ее глазам. Нет, пожалуйста. Я не могу позволить тебе сделать это. Я пошел. Вы можете тут остаться и отдохнуть. Короче, мы ее не стали напрягать, потому что она очень устала после работы, видимо. Мы посмотрели на нее. Но давайте мне знать, если я могу чем-то помочь. Угу. Ну, некоторые фразы-то я могу перевести, но у меня тут телефон-переводчик. Так. Значит, мы ее решили не беспокоить. Пойдемте дальше. Слушайте, мне это больше нравится. Гаструк, спасибо за переподписку. Спасибо за 18 месяцев. Гаструк 77, Фрейк, держи кружечку. Спасибо. 18 месяцев горячей кружечки в чате. О, может, у этого мужчины спросим? Блин, походу он выпивший. Ну ладно, не все выпившие страшные. А нет, он просто собирает жучков. Сбежал? Три сбежала? Как? Я сейчас потороплюсь. Would you please move inside? Что? Снаружи? Не могли бы вы отойти в сторону? А, сбежали. Это не очень хороший знак. Это нехорошо. Они не послушали. Ну, плевать. Я знаю, что для них нужно. Три сбежала. Так, значит, мне надо их найти, получается. У меня такое ощущение, что иначе он не пошевелится. Надо найти троих, чтобы он отошел и меня пропустил. Один. Тебе по очереди давать? На! Один. Так, ищем его друзей. Один у меня сидел на глазу, но куда-то улетел. Где девушка? А, девушка там сидит, все хорошо. Она очень устала. В нашем вагоне был один. Вы не видели? По звуку будем ориентироваться. Еще двоих. Да, это потерянный питомец. Ага! Нашла тебя, ты жук. Сейчас ты домой обратно к бате поедешь.
полетишь. Показалось? Ага! Я тебя нашла, блин. Спасибо за фоллоу. Спасибо за фоллоу. Хорошего вечера всем, Софа. Удачи в поездке. Спасибо, смайлинг. Спасибо. Спасибо за фоллоу. Доброй ночи. Доброй ночи. Так, держи. Иду за последним. В нашем вагоне. Привет, Эштефан. Так. Вот здесь я видела. Взлетать дальше. Конечно, довольный. Он меня не пропускает, пока я не отдам его этих питомцев. Я забыла, как эти жучки называются. Прикиньте, из головы вылетело. О, стоит. Они у нас здесь тоже водятся. Они достаточно громкие. Цикады, да-да-да, спасибо. Цикады. Они не так много живут. Покричат, проорутся всю жизнь и умирают. Вся жизнь в крике. Держите, пропустите, пожалуйста. Благодарю. О, нифига себе, так можно что ли к машинисту пройти? Здравствуйте. Извините. Что? Что такое? Выкатить что-то? Yes. А можете остановить, пожалуйста? Да, правильно? Я хочу, чтобы поезд остановился на следующем остановочке. Вы забыли остановиться на предыдущем. Вы забыли остановиться на предыдущем. А, это точно, да? А, я, наверное, таки вышел. А, я, наверное, отключился. Извините за этот нюанс. Мы подготовим вам необходимую компенсацию за этот несчастный случай. А он будет останавливаться или нет? Пожалуйста, видимо, оставьте информацию о себе здесь, чтобы мы закомпенсировали все это дело. А вы остановитесь? Нет? Вы так и не ответили на этот вопрос. Мне на компенсацию как бы пофиг. Выпустите, пожалуйста. На следующий. Я так пешком дойду, видимо. О. У меня нет времени, у меня нет сил. Видимо, мы очень устали и заснули. И силы, да. У меня нет времени и силы жаловаться этой железнодорожной компании из-за этого происшествия. Я просто рад, что это не было чем-то серьезным. На этот раз я позволю этому... Ну, видимо, мы забили на этот случай. Don't look forward to the work tomorrow. Я не жду завтрашней работы вообще. Вообще, что я делаю со своей жизнью? 7:25. А! Видимо, мы выбрались и снова спускаемся. Ой, опять 25. Снова рабочий день прошел, и мы снова едем на этом поезде. Спасибо за фоллоу. В туалет я не хочу. Опять пить? Ну давайте с этого автомата попьем. Все как обычно. Пойдем перекурим. И поезд, как всегда, наверное, приедет, когда я схожу в туалет. То есть его только так забайтить можно. А можно без туалета просто подождать. Тут, кстати, скамеек нет. Было бы удобнее сесть. Лампочка у него барахлит как-то странно. Ну, бывает. Просто перегорела. Я думаю, они займутся этим вопросом, починят. Наверняка. Это же японцы, у них все четко.
Да я выдохнул, видимо, сильно. Все нормально. Лампочка перегорела. Ну, ничего страшного, бывает. Так, судя по всему, в туалет надо опять идти. Привет, Макс. Опять 25. У нас, кстати, глазки уставшие. Видите, темнота вокруг. Мы заработались. Настолько недвижимо, что становлюсь незримым для глаз. Вот. Все. Завтра в Армению воскресенье. О, свет снова заработал. А нет, он также вырублен. Воскресенье поедем. А завтра, сегодня начнем разбирать компьютер. В Армению? Какую Армию? Так, наш любимый последний вагончик. Предпоследний. Наверное, мы встретим эту же девушку в виде графики. У нас, возможно, схоже. И надеюсь, водитель не пропустит. Это другой поезд. Тут нет рекламы нашей привычной. Все будем разбирать на детальки. А нет, это девушка, все хорошо. Она тут снова. Вот. Некоторая часть меня утешается тем, что она всегда рядом. Наверное, должен с ней поговорить. Здравствуйте. А, здравствуй. Обычно у меня нет места, чтобы поговорить с кем-либо. Псипсофол. Что, лед между нами? Я чувствую, что лед между нами тронулся. А, мы подкатываем. Я пойду. Давай, Гаструк. Давай, Гаструк, доброй ночи. Эй! Ты добрался до дома безопасности? Да, 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 конечно. Почему? Если меня это устраивает, я готов выслушать. Спасибо. Так и что? Но сейчас не о чем высказываться. Уже поздно. Так она нас отшила, по-моему. Сипсов. А, в антистатике, в пакеты и в пупырку. Не думаю, что поздно поговорить с кем-то об их... борьбе. Нет. Слишком поздно. Извините. Это было тяжело. Я бы предпочел не говорить об этом. А, мы просто пришли, и из нее вытаскиваем информацию, почему она такая грустненькая. Прошу извинить меня. Хорошо. Ну что, я был уверен, что дал ей достаточно времени, чтобы подумать. Обычно я еду в этом поезде в это время. Хорошо. Я перевожу, как прошлую игру еще переводили. Буду иметь в виду.
Так, нас отшили. Ладно, сядем там же. Ну не говорить, что там снова будет этот чел с жучками. И нам снова нужно будет их отлипать от глаза. А нет, чей-то ребенок. Привет. Что за черт? Я вижу маленькую девочку. Ну, может быть... А родителей, кстати, мы не видели. Что она здесь делает? Это слишком позднее время. Вот ребенку не следует бродить по поезду так поздно. Спасибо, Акнес. Папа? Не, я не твой батя. А, да, ты выглядишь по-другому. Так, сейчас тебе лучше вернуться обратно к своему отцу. А, кстати, об этом. Я не помню, как, кто мой папа вообще. Я гонялся за цикадой, которую увидел на окне. И я вот настолько испугался, вот и мне страшно возвращаться обратно. В одиночестве. Мистер, а ты не мог бы вместе со мной пойти найти папу? Ну, конечно, тут уже как бы в любом случае я не могу позволить ребенку потеряться здесь одному. Ну, это правда. Походу, у меня нет выбора. Конечно. Ей! Спасибо, мистер. Надо помочь Звездюку. Может... Ребенок! Слушай, а ты не видел это? Чей он вообще? А ты не знаешь, что ты, где батя этого ребенка? Нет, не знаю. Это не моя дочь. Вообще. Что с данной тебе... Так, она как-то связана вообще вот с тобой? Нет. Почему она сделала такое лицо? Что это значит для тебя тогда? Ну, помочь ребенку просто. Это значит, что какой-то, блин, черт подери, ребенок. Тут я просто чужой, она приняла меня за своего отца. Она хочет взять меня с собой, чтобы, ну, найти его. Так, ясно, она ничего не видела. Ладно. Я вот переволновалась. Что? Так, ладно, походу она мне не поможет. Так. Все. Эта тетка точно никогда с нами не пойдет в ресторан. Ну, пойдем. Да, мистер, что это такое? Я должен вам кое-что сказать. Что такое? А, я забыл, как мой отец выглядит. А как вообще это возможно? Ну, я думаю, потому что он выглядит... как... он похож на любого мужика средних лет. Жесть, блин. Я, вот почему я думала, что ты мой папа. Я думаю, единственный способ поговорить с тем, кто похож на моего отца. Хорошо. Девочка. Ты это... Ну, первый попавшийся, наверное, не твой батя, но давай попробуем. А прикиньте. Да блин! А если попадется не тот мужик? Пойдем дальше. Мне просто интересно посмотреть на всех мужиков. И какой-нибудь плохой мужик скажет, да, я ее батя. Она такая, ну да, он похож. Но я не точно не могу сказать. Так, у нас кастинг. Два. Надо угадать ее батю. Пойдем, пойдем, пойдем. Как она миленько бежит. Три. Все в костюмах и в очках. Пойдем, пойдем. Ты это слышишь?
Угу, показалось. Пойдем. На секундочку, девочка. Так, что тут? Бывают моменты, когда мужчине приходится сражаться. И я этот мужчина, мы будем сражаться. Найдем отца. Спасибо, Бен Дэвид. Господи, я уж забыла, сколько мужчин здесь. Еще. Блин, а если мы ее отдадим не в те руки? Надо, короче, к машинисту, и он объявит. Только так. Слушай, дорогая, давай встанем на свет. Есть вариант. Можем, короче, к машинисту, и он объявит в громкоговоритель, и твой истинный батя придет. Но игра не рассчитала такой вариант развития событий. Ой, блин, ну не к каждому же подходить. Так. Угу. Знаешь, как мы можем выяснить? Скажи мне свое имя, и мы каждого спросим, как тебя зовут. Типа, ты знаешь, как ее зовут? Ты ведь знаешь свое имя? Извините. Вы знаете эту девочку? Нет. И? Не говори со мной. Отлично, пойдем. Лучше бы ты бы мне сказал свое имя, чтобы мы просто вывели твоего батю. Кто из них он? Здравствуйте. Извините. Извините, что беспокою вас. Вы знаете эту девушку? Нет, не знаю. Я думаю... Что? I thought you were her father. Я думаю, что вы... Что? Я думал, ты ее отец. Я думал, ты ее отец. Я видел, как она спала рядом с тобой в то время. Что? Это самая странная вещь, которую я видел за последнее время. Ха-ха. В этом ничего нет смешного, придурок сраный. Вы думаете, я это делаю, потому что я хочу этого? Девочка, тут творится какая-то жесть. Пойдем искать дальше. Ядрить, колотить. Вот этот... Как думаешь, сколько ему? Хотя... Извините. Извините, что я вас беспокою. Вы знаете, что вообще случилось с этой девочкой? Нет. Почему? Ты ищешь ее родителей? Да, она сказала, что тут где-то ее батя. Вот этот я бы ему не доверял. Такой маленький ребенок редко бывает здесь один. Что вообще происходит с людьми в это время? Ну что, удачи тебе. Пойдем. Пойдем, мы найдем батю. Господи, как ты могла забыть лицо отца? Ну ёпарасоте. Помню, что он средних лет. Что для тебя средние года вообще значит? В твоем возрасте. А у нее это не пистолет. У нее воздушная вращалка. Так поворачивается, как будто ищет ребенка. Кстати, он первый. Извините, извините за беспокойство. Вы знаете, что случилось с этой девушкой? Что? Не знаю. Этого не может быть. Ее отца нет на этом поезде. Не может быть, что он оставил ее здесь одну? Куда нахрен? Куда пошла? А ну стой! Ее раскрыли, Амогус! Куда она делась? Амогус! Иди сюда!
Жесть, она быстро бегает. Я не буду играть в твою игру, сама бегай. Где мне можно сесть? Спасибо, Буридано. Черт, мы должны за ней побежать. Выжи, у нас рекорд 20 часов стрима. Буриданова, целую, обнимаю. Спасибо тебе большое за компанию. Цикады летают. Я не понимаю, какое дело парню до этой девочки. Вы кто реально в нашем мире стал бы помогать подозрительному ребенку? Вот. Подозрительный ребенок. У тебя в голове укладывается эта мысль, подозрительный ребенок. Да я думаю, ребенку нужно всегда помочь, когда ему нужна помощь, особенно когда они теряются. Не дай бог. Кто? Что? Что этот мужик, который коллекционирует жуков, просто сверху на меня упал? Кондуктор. Это кондуктор. У меня ребенок просящий помощи ассоциируется с какой-нибудь подставой. А если реально нужна помощь, то лучше помочь, нежели он подойдет попросить помощи какого-нибудь действительно плохого человека. Что? Это моя остановка? Что это вообще было, вот это все? Походу, это все из-за стресса. Я слишком переживаю. Я не могу отличить иногда сны от реальности. Ну все, как обычно. Пьем, курим, писаем. Пьем, курим, писаем. Все одинаково. Свет починили? Надо будет посмотреть. Так, ну давайте снова в этот автомат. Ну какой котик. Может сразу пописаем? Надо перекурить всегда. Да, потому что там девочка выглядела самой подозрительной, я помню, да. Так, свет починили, все хорошо. Черт, не совсем. Опять сломалось. Что-то с проводкой, наверное. Раз уже новая лампочка барахлит. И ее больше нет. Мне уже на самом деле стрёмно ходить тут в туалет, на самом-то деле. Вдруг вылезет какая-нибудь девочка.
Сидим. Занято. Занято. Мисс Кузи. Занято. Присаживайтесь за соседний. С облегчением вас. А, вы моете полы? Я пока не выйду. Я еще не завершил. Господи Иисусе! Обосралась. Иди в жопу, Вудберг. Спасибо большое за донат. Привет, Дарк Валет. Спасибо, хомячок. Так уборщица сверху не выглядывает, все нормально. Поезд не приехал. Ну, давайте попробуем. Как будто никто и не убирался. Наш поезд! Я бы сменил работу и поменял бы полностью маршрут. Ну его нахрен. Вот наш. Тихо. Надо запомнить разметку на этом углу, наша дверь. Так. Вот, плакаты. Вот они. Раньше в прошлый раз их не было здесь. А где девушка? Ее здесь нет. Сегодня ее нету. Наше место занято. Что? 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 А что это? Это дети? Я не понимаю. Кто будет генерить контент? Все другие стримлеры, генераторы контента. Я не понимаю. Это ткань или дети? Я тут посижу. Что здесь происходит нахрен? Черный выход? Что-то не так вообще с этим поездом. Вообще, сколько сейчас времени? 2М. Я вышел за рамки обычного ятвальского настроения. Нет, это не то. Обычное время прибытия уже прошло. Привет, Ричард. Я должен поговорить с кондуктором. Идем. Третий. Здравствуйте, Александра.
Идем дальше. Кондуктор, твою мать, пятый. Господи Иисусе! Обосралась. Ну, прости, 8-8. Вудберг, спасибо большое тебе за донат. Вудберг, лучше бы кондуктора позвал. Спасибо большое. Мистер кондуктор. Он там? Я просто не могу понять. Ага. Спасибо, Вудберг. Неужто я один? Не просто так тут пронумерованы. Номера вагонов сверху. Может, мне в другой конец надо? Может... Надо разобраться, что здесь происходит! Здравствуйте, чудесная девушка. И сегодня мы уже поиграли в гусей. Так, наверное, надо явно поговорить с этой прекрасной леди. Мы просто ее не заметили в прошлый раз. И она, кстати, на месте тканей. Она на нашем месте сидит. Что происходит, в общем? Она меня спрашивает. Что происходит? А мне кажется, что... Разве ты не видишь, что поезд как-то вообще странно едет? Но я пытался пройти к кондуктору, но там у него заперто. Как вообще оставаться спокойным? Бабушка Кэт, спасибо за фоллоу. Что ты слышишь? Что? Что? Я смогу помочь вам только тогда, когда вы услышите голоса мира природы, даже в разгар кризиса. Так что, пожалуйста, скажи мне. Я слышу пташек. Так, что мы слышим? Tremble Bell, Summer Festival, Forest. Тут нету птичек. Да выбери то, что ты слышишь. Так, лес. Лес. Но лес — это птицы. Наверное. Что из этого? Фестиваль, Нибел, Сисайд. Ну это прям лес-лес? Наверное, лес. Я слышу лес. Лес я слышу. Лес! Ей не нравится, что я слышу лес. Но давайте по очереди. Цикады. Нет. Летний фестиваль. Лес. Приморский что-то. Начать сначала. Лезешь? Сначала были цикады. Не, подождите. Она же меня не спросила. Подождите. Начать сначала. Так.
Что вы слышите в порядке, в котором вы их слышите? Порядок, спрашивает. Так, сначала мы слышали что? Не цикад. Мы слышали чьё-то дыхание. Темпл был летний фестиваль Форест сезон. Сначала мы слышали цикад. Цикад. Потом мы слышали... Нет, именно и впервые, не сейчас. Спасибо за фон. Ну, блин, что же вы за вопросы, блин, задаете, черт подери. Seaside, а что значит Seaside? Море? Или как? Ну, ветер. Ёб вашу мать, что это за опрос? Да, давайте. Сначала. Фестиваль. Колокольчики. Так. Summer Festival. Подожди, или Bell. Temple Bell. А это лес. Тут. Прибой. Водичка. Там я слышала Seaside. Цикады. Последний, соответственно. Cardi B. Хорошего вечера тебе и чатику. Спасибо, и Рикки. Удачной поездки. Ждем обратно счастливой и здоровой. Спасибо. Меньше чем три. Спасибо большое, Рикки. Благодарю. Мы неправильно сделали. Фестиваль, море, цикады и был. Всё херня. Фестиваль. Лес. Море. Цикады. Белл.
Так, сейчас, секундочку. Другой мир говорит, что вы действительно слышите голоса естественных существ. А, что вы этого, над этого мира. Кто она вообще такая? Другой мир позволил мне вызвать помощника. Спокойной ночи, Рики. Вы имеете вот... можете мне дать некоторое время? Оно должно быть здесь. А, оно должно быть здесь в любую секунду. А, помощник должен быть здесь в любую секунду, да? Когда вы поговорите с помощником, поезд должен остановиться. Да, потому что я фигово знаю английский, видите. Поэтому через телефон. Ага, поговорить с помощником, и поезд остановится. Еще что-нибудь? А что в этих коробках? Там мои дети. Я просто люблю... Just the lover of cats, you see. Как вы видите, я люблю котов. Точно, блин, она это сказала? Вы понимаете, я любитель кошек, да. А, это переноски, да? Другой тоже, да? Да, это мои дети тоже. Но сейчас... Что, presentable state это что? Но сейчас он не в удовлетворительном состоянии. Ага. Значит, мы должны встретиться с ее помощником. Почему мы должны? Блин, я просто с работы еду, я хочу домой отдохнуть. Чё это? Цикады, ребенок. Походу, помощник. Дедуль, мне нужен кондуктор. Остановите этот грёбаный поезд. С дедулей надо поболтать. Ой. Да на такси, да тут такси в Японии как, какое дорогое. Здравствуйте, вы помощник? А, вы помощник? What are you talking about? А чё вы говорите? Кто вы? Подождите секунду. Я знаю вас. Вы учились в моей школе? Что? Ты был одним из нарушителей спокойствия в моей школе. Ничего не изменилось. Мистер Шимидзу? Как? Какая ностальгия? Он тот, кто помог мне бросить... Что? Человек, который спас меня от учебы. А, без него я бы не занял бы позиции вот в такой компании, в которой я сейчас работаю. Спасибо за твои стримы. Хотя смотрю в основном на YouTube. Надеюсь, еще увижу твой генератор контента меньше, чем... Конечно! Скоро увидимся, ребят. Вы чё? Скоро увидимся. Но, мистер Шимидзу, почему вы тут так поздно? Ну что ж, мое хобби... Что? Ну, это мое хобби, совершить последнюю поездку на поезде перед сном. А-а-а. Да, странно, он никогда не меняется. Ну, ладно. Это вот не время сейчас. Сейчас не время для воссоединения. Сэр. Этот поезд не останавливается часами. И походу этот поезд никогда не остановится. Что я вообще могу сделать? А! Я понимаю! То есть он в курсе. С
секунду, мне теперь интересно, что там за плакат сзади. Рядом с Волыной написано слово «остров». Все. Так. Так. И слушай сейчас меня внимательно, малыш. Да? Ты должен убраться из этого поезда до того, как он доедет до своего окончательного пункта. Я правильно поняла? Да. Походу, он что-то знает. А его остановка в конце, поверь мне, ты не хочешь туда вообще поехать. Короче, ты туда... Мой пункт назначения находится в конце, и поверь мне, ты не захочешь туда попасть. У тебя есть 3 остановки перед тем, как ты сможешь выйти. На которых можно выйти. Ты должен выбрать правильную. Из 3! Может, подскажешь? На каждой остановке будет звучать мелодия объявления. Когда вы услышите тот же звук, что и на домашней станции. Выходи. Начинающей станции. На начальной станции тот же звук. Тот же звук на начальной станции. На начальном первом вагоне звук. В первом вагоне был фестиваль. А какой там был звук? Там было только... Мы только курили, срали, блин, и пили. Звук глотка и дыхания? Иначе я потом не смогу тебе помочь. Так что будь осторожен, молодой человек. Дедуль, я не помню, какой звук на моей станции был. Нет? Вроде бы нет. Походу, это не он. Наверное. Память у меня плохая, дедуль. Последний, что ли, блин? Походу, мы в жопе, дедуль. Первая. Может быть, первая. Какая-то, блин, похоронная. Это? А я не помню. Я бы вообще не вышла, ребят. Я не помню.
Но у нас выбора нет. Только идти. Мы вышли! Да идите в жопу, я ухожу. А, мы еще не прошли. Здравствуйте. Я это, на такси. Я должен поймать шанс. Поезд. Идите в жопу, я домой. Пока. Я, пожалуй, перееду и найду другую работу. У нас дед спас. Сука. Что? Похоже, ваша карта недействительна. Странно. Она же вчера работала. Дайте мне еще раз попробовать зайти. Я не хочу пропустить мой поезд. Hold it right here. Коснитесь тут. Что? Даже не пытайтесь пройти. Если ваша карта не работает. Вам вот лучше бы купить билетик. А вы мне не поможете, верно, новую карту оформить? Нет. Я помогу. Звучит ответ странно. Спасибо за фоллоу. А, нет, не могу. Вы это сделаете в другой день. Вы должны сделать это в течение дня. Я не могу вам помочь вот сейчас, в этот момент. Ну, окей, я тогда куплю и прошел. Нет? А это не так работает. Ну, где оплачивать? Чел, у меня поезд уедет. Где тут у вас... Где тут прислонить, купить? Молодой человек, у меня поезд уедет, мне домой надо. Аниме пройдет! Нет, пропрыгать нельзя, это же мы же в Японии. А кто-нибудь ездил с зайцем? Когда мне было 4 года, я была в Москве у бабушки с дедушкой. Помните, раньше штуки такие были, которые не давали пройти? Закрывающиеся. И они сильно по ногам иногда были. Били. Вот. Да, я в 4 года подошла к ним, и как эти турникеты мне долбанули по лицу. Вот, конечно, была встряска. Я на такси! Ну нахер. Да, турникеты, турникеты. Поеду на такси, никакого метро. Да, их все боятся. Ну, противная штука. Спасибо за фоллоу. Так, 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 так. А что здесь? А, билетик. Черт, я иду покупать сраный билетик. А я думала, я свалю. Тут условно платный транспорт, это что значит? Мы когда ездили на 3 или 4 дня в Финку на авто... на автобусе, мы зашли просто в метро, там ни турникетов, никого. Просто заходишь в метро, садишься, доезжаешь и выходишь. Я такая, Лёша, где платить? Где платятся? Мы так и не нашли. До сих пор это тайна. Что это? Ага. Смотрите, как отполирован пол. Вообще. Причем в метро можно с велосипедами, с собачками ездить, с колясками. Все очень удобно сделано в Финке. А! Нету. Спасибо. В этом метро.
Нам поезд дал шанс выбраться, а мы до сих пор возвращаемся. Мы что, дураки? Твою мать. Вагон будет здесь. С перебоями какие-то. Я, пожалуй, схожу покурить. Не работает. Может, попью что-нибудь? Все в обычном порядке. Давай рубить сраное электричество, почините уже! А ну! Я в поезд не зашла еще. Ну, я внутри, ребят. Я не нажала. Музыка нас связала, а плакатов нет. Исчезли. Нету девчулей, нету котят. Я сяду здесь опять. Давай, витамин. Хорошего отдыха. Вы, наверное, шутите надо мной? Не останавливается снова? Это уже не смешно. А он вообще не помнит, что с ним происходило? Да всем, кто идет спать, спокойной ночи. Он вообще не помнит, с чем он столкнулся, что он пережил. Нас не разлучат, нет. Попытаться управлять им. Да. А поезд никак не управляется, да? Поезд ни на что не реагирует, когда я нажимаю. Тут есть место для ключа. Мне нужен ключ, чтобы управлять им. Я не могу выйти. А, мне просто наблюдать. Что? Мы на улице? Поезд потек. Мы на по улице едем. Мне это напомнило серию из Арнольда. Эй, Арнольд, про поезд призрак. Это штучка девочки. Сначала были цикады.
трость деда. Что нужно сделать? Цикады. Бутылка. Девушка. Была девушка. Господи Иисусе! Обосталась. Тихо, тихо, тихо. Бицы норм? Норм. Девушка. Девушка сидела. Здесь. Что ж вы так? Аноним. Спасибо большое, аноним. Мне нужно обувь девушки поставить. Раз тут дед, то... Секундочку. Мне нужно следовать порядку. Спасибо за фоллоу. Нет, не нужно мне следовать порядку. Так. Значит, на отражении мы видели только деда. Отдаем деду трость. Толмачевски. Спасибо за компанию. Доброй ночи. Доброй ночи. Вот это его трость. Все, он успокоился. Ищем дальше. Надо по отражениям смотреть. Девочка. Да. С отцом без лица, которого она не помнит. Держи, мужичок, цикад. Девушка. Туфелька. А, я помню, она была на каблуках. И остается бутылка. Где моя бутылка? Я же ее взяла. Значит, получается, все эти люди погибли? А что со мной, блин? Я тоже умер и не помню этого.
Черт, где бутылку? Ёпрасоте, вот она. А у нас что? У нас ничего. Девушка. Господи Иисусе! Обосралась. Тихо. А это я. Спасибо, Вудберг. Что дальше? Я же все сделал правильно, я никого не забыл. Он доехал. Очень плохо. Лучше бы поезд шумел, потому что такая тишина самая жуткая. Да, конечно, ты меня уже кучу раз пугал, Вудбер. Гоу ключ искать? Нахрен я тут везде прошла, ключа нет. А нас невидимая хрень может убить. Ага, мы быстрее ходим вперед, чем назад. Это машинист? Сделать. Я ничего не успела сделать, твою мать. Ах ты скотина. Почему я здесь? Привет, дедуль. Походу мы доехали, да, до конца вместе. О, выглядит, что ты сделал это. Это место не для тебя. Тебе нужно отправиться домой. Но у меня нет дома. Не переживай. Теперь это зови своим домом ядрить. Они должны знать, как тебя вытащить отсюда. А где вас забрать?
Позвони им сейчас, пока не заблудился. Ну, вы тоже должны отправиться домой. Звони домой. Прежде чем ты не потерялся. Путь. Что ж. Take me home and I belong. I wonder what you got some place to go. No, take me home. Так, там что-то есть. Чё, приходи, когда тебе удобно. Прежде чем ты потеряешься. Это телефон просит от 10 100 йен, блин. Мне только 10 и 50. Так, вот выходит, у меня только один шанс. Why should I call? Дом? Такси? Train station? Police? Извините, полиция, я тут застрял между мирами. А там на месте в трейнстейшн никого нет. Такси никто сюда не приедет. Другу? Ничего про дружбу здесь не было. Боссу? Тоже нет. Была речь только о доме. Да. Я знаю, что никто не ответит. Но я должен прослушаться мистера Джимитсу, то, что он мне сказал. Сипсо. Yes, hello. Ответили. Да, здравствуйте. Что? Не могу в это поверить, что кто-то ответил. Кто там вообще может быть? А, здравствуйте, кто это? Этот голос. Я знаю этот голос. В этом нет никаких сомнений. Это моя жена. Что? Ты же сказал, что никто не ответит. Но как такое возможно? Я звонил по этому номеру много раз. И надеялся, что кто-то мне ответит. Что жена игнорировала звонки мужа? Никто не отвечал. А, извините. Я должен поторопиться. У меня есть несколько секунд. Жесть. Осталось всего несколько секунд до моей минуты. Да потому что ты думаешь много. Эйка? Когда ты вернешься домой? Я искал тебя с тех пор, как ты ушел. Мне тяжело держать, трудно сдерживать слезы. Ну ладно. Не время, блин, думать. Ну конечно, не время! Кинцуки, это ты? А, где ты? Кисараги... Это Кисараги. Кисараги Стейшн? Нет.
Не говори мне. Что ты имеешь в виду? Что я сделал? Что? Тебя тоже? А Кенси? Ой. Я знаю, кто ты на самом деле. А, я точно знаю, где ты. Оставайся там. Я скоро приду. Я скоро буду там. Что за нахрен? Что? Оставайся там. О, нет. На что того? Чтобы сюда появиться? О, нет. Она сказала, оставайся там. Блин, нахрена мы позвонили? Никого нет. Очень старая, кстати, будка. Давайте до станции дойдем. Вот, блин, не дай бог она с собой что-то сделает. Должен отправиться домой. Позвони домой. Я уже позвонил. Знаешь что? Походу моя жена сюда приедет, блин. Знаете, зачем эти поручни? Чтобы бомжи тут не спали. Даже на том свете. Я же позвонил. Вышел на станцию. Можем пойти дальше, мы же потеряемся и все. Я ж деда послушала. Ой, и на станции ничего не происходит. Что нам делать? Что нам делать дальше? Вперед мы потеряемся. Но логично было бы пойти на станцию.
даже этот затих. Блин, мы ж так... Мы ж так потеряемся. А что делать-то? Идти по рельсам? Но нам же сказали... Нам же сказали оставаться здесь. А я стараюсь везде логику искать. Спасибо за фоллоу. Но вряд ли надо идти по рельсам. Она же сказала остаться здесь. Встречу жене, это идти на станцию, Склар. Всем за фоллоу. Иди на свет. Да я вот под светом перехожу от света к свету. Жена заехала за нами. Поверил своим глазам. Это была машина моей жены. Она не изменилась. Я взял ее в свои объятия и заплакал. Я рад, что она прошептала, похлопала меня по спине. Я взял ее за руку и сел в машину. «Ты пришел слишком рано», — она сказала, пока мы ехали. Я не знал, что она имела в виду, но это... не имело никакого значения. Вот что имело значение, то, что я смог увидеть ее снова. Во время поездки мы особо не разговаривали. Было так много вопросов, но сказать было особо нечего. Я был достаточно счастлив, что она была рядом со мной. Довольно скоро мы приехали ко мне. Она высадила меня и открыла дверь в мою квартиру. И как только я оглянулся, взволнован, возможно, пригласить ее войти, она ушла. Не издав ни единого звука, она исчезла. Сегодня я снова живу нормальной жизнью служащего. Но с Salaryman. Каждую ночь я гадаю, смогу ли я когда-нибудь снова встретиться со своей женой. Ну, то есть офисный работник. То есть жена своей жизнью пожертвовала? Чтобы его вернуть? Спасибо, Ренея, сладких снов. Salaryman — это офисный работник. Нет? Жена уже была мертва. Chillas Games. Хера себе, Chillas Games! А, поэтому он думал, что никто не возьмет трубку и никто не ответит. Не ответит. Короче, жена давно мертва, и пришло его вернуть в мир живых. Поэтому он говорит, что она не изменилась. И машина не изменилась. Так это жена ползала до нас, что ли? Внешне спустя столько времени. Да, жена спасла. Охренеть. Поэтому позвонить домой, а мы такие знаем, что никто не ответит. И охерели, когда ответила. Значит, он на том свете звонил в параллельный мир, загробный, в нашу квартиру, где живет одна жена. И такая... Ну, типа, еще рано. Я тебя жду здесь, но рано. Алло. Давайте я отвезу обратно в реальность. Она еще сказала, что тебе тут рановато быть. Да. Игра классная, на самом деле. Мне очень понравилась. Намного лучше, чем предыдущая. Она вернула его из святилища. На том свете, типа, второй шанс. Конечно, вернусь, Катя, я же не со стримингом не завершаю. Разумеется, я раньше вернусь. Я же с собой компьютер возьму. Игра прикольная, оставляет осадочек. Если игра оставляет какую-то эмоцию, неважно какую, это зацепило, а самое главное зацепить. Не хочу сравнивать Лакнарчик, мне не очень нравится сравнивать. По-своему хороши. Мне нравятся их ужастики, они такие, не знаю, бытовые, что ли. То есть ты в магазине поработал,
и школьником побыл, и рафы делал. Эмоции зря потраченных денег? Нет. Если есть какая-то эмоция, то не зря. Вот, допустим, прошлая игра мне ничего не вызвала. Мне очень понравилось. Очень. Да, те, кто еще не зафоловлен, фоловьте, чтобы с вами не терялись. Я ж сопля вытетел. Вот. Увидимся скоро. Линк 11011 сайз, все будет круто. Удачно добраться и полечиться. Давайте, до скорого. А люблю вас. Что-то я сегодня растроганная, капец. Люблю, целую, обнимаю, мои хорошие. Лучший чатик. Спасибо за подписочки, фоллоу и за всю поддержку, и за донаты, и вообще за все огромное вам спасибо, вы самые лучшие, знаете это, самые чудесные. Я даже не знаю, где я хочу все, ладно?